Привет вам от Людмилы из Хадыженска. У нее есть свободные 1,5 часа. У меня тоже два. И мы вырвались искупнуться. С нами, как всегда, Дена. Не, идет и красотка. С нами, как всегда, спутница. Наконец-то ты пришла. Да. Обещал. Люди ходят, отдыхают, счастливые. Я смотрю, на неделю приезжают. На неделю? На неделю приезжают, такие радостные. Я говорю, мы здесь уже... Ну, одно дело, на неделю на море отдохнуть хочется. А мы 24 мая, на гречка. Да, вот так да? Вот люди привыкают даже. Вот, пожалуйста, тебе, не местные. Она говорит, море как речка уже. Когда здесь долго живешь, да? Да. Но все равно не упускает возможности она искупаться, потому как дует ветер. Ну и желание переехать у меня все равно. Я же рассказала. Именно в Новом Михайлове. Так вот люди приезжают сюда работать, а потом все. Влюбляются. Слушай, здесь так красиво, здесь ни разу не ходила. А это куда дорога наверх? Это вот в этот заброшенный лагерь? Нет, там, знаешь, это, туда она заброшенная, а налево там частная территория. Там забор, охрана. В общем, они ведут меня какими-то окольными путями. Да. Выезжают. Завтра уже 480 человек. А сегодня сколько человек? 180. Именно на турбазе Приморская сегодня 580 человек обслуживает столовая. Вот это ты в столовую придешь посмотреть обзор. Вот она меня приглашает в столовую показать вам. А там не кормят просто это вот прийти за деньги поесть? Нет, да? Только по путевкам. Люди вон скрываются под зонтами, мы сейчас срочно. Инжир местный с ними. Да, кстати, мне тоже принесли инжира. А? И чем мы на солнце пёк прямо, да, ляжем? А что вам? Мы сейчас в море и по берегу погуляем. Там нормально, когда после воды выйдешь. И с тобой тут плавать будем. Я вот здесь в последнее время. Вот. Что далеко идти? Куда-то, везде народ. Да, даже отсюда видно на центральном пляже. Полным-полно народу. А где народ? Все, мы потеряли ребенка. Мы ребенка потеряли. Ну, рядом с ребенком. Иди сюда на ручки, пойдем. Где она? А, вон она. А что, она не любит по камням ходить? Она не даже по камням. Там фестиваль и дискотека. А, что музыка была? Помнишь, мы здесь сидели, она вот так вот. Да. Давай, ковыляй. Что тут косичек? Слушай, нам тоже надо будет, походу, какую-то вот такую палатку покупать. Вот такую. Чтобы когда сейчас с ребенком-то она приедет у меня. Женщина прямо в море хочет лечь. Ты прям в море хочешь? А? Прям в море хочешь лечь? Ну, может, и камни можно посидеть. Он тоже с какой лялечкой. Он с какой лялечкой купают. Интересно, мы свою окунем, интересно, нет? Это моя. Заставляют плавать, да? Ну, все, охладилась. Это Новомихайловский сегодня.
18 августа 2024 года. Да, да, да. Сейчас мы с вами замерим температуру воды. Сейчас мы узнаем. Нет, это мы с Янкой махнулись, я ей свой отдала. Да. Ну что? Опустили. Подождите, хоть бы телефон-то не уронить. 27,3. 27 градусов. Писаешь вода? Сейчас я ее положу на это. А, 2. В общем, выше 27 градусов. В общем, я держа телефон двумя руками. Нам никуда не заходить. Немножко тут такая картина или что это? Ладно, пошла вас ложить. И пойдем мы сплаваем. Куда-нибудь. Сплаваем? Сюда играем. Да. Сплаваем. Сплаваем? Да. Все, я вас ложу на берег. Красота. Кстати, очень много медуз. Тут мне уже сказали, что если медузы, то ждите шторма. Да, там много. Лепешечек этих. В этом году всем отдыхающим повезло. Никаких не случилось, никаких не случилось катаклизмов, никаких не случилось потопов, смерчей. Конечно, класс. И погода радует теплом. Дождей было немного. Те, кто не успел отдохнуть июль-август, ждем вас еще в сентябре, да? А. Погода будет супер. Давно не были в хижине рыбака. Надо будет как-то дойти. Ну вот Аринка приедут, Боря придет, чтобы было кому коляску тащить. Потому что по гальке, это, конечно, с коляской не очень-то удобно. А? Наверх? Да. Нет, не наверх, он попал в ресторан. А он не работает, третий этаж. Второй-то вот недавно открылся. Я же ходила с Руфиной, с Иваном, как бы, вот мы ходили. Он только, я спрашиваю, почему так поздно открылись? Говорят, администратор долго добирался. Не знаю откуда, 2 месяца добирался. Видимо, у нас один администратор на всю округу. Наверное, он воронежский. И у них там, собственно, мы пришли, Люда, заказывать было нечего. Меню, коктейли только. Покушать было нечего. А люди же там приходят на шутку, только погулять. Потом что, в караоке там нет? Не было ничего. Ты тоже поешь? Да, наверное, только в Хадыженске. Вот тоже говорит, раньше в Хадыженске был санаторий-профилакторий, да? Большой. А чем лечили? Там грязи? Или что? Грязи. Все закрыли. Вот как?
Я вам перевожу, ее плохо слышно. Говорит, выкупили. Но еще, видимо, там ремонт идет или что. Там, наверное, весь Хадыженск работал, нет? В этом профилактории. Там шлагбаум. Уже всех рабочих распустили. Я говорю, обзорчик посмотрю. Пока не довольны. И у них там термальные источники. Так вот, может... Это на Гуамке. На Гуамке термальные там. Ну, километров 40, да, от Хадыженска? Бычковые ванны. Какие? Бычковые. Бычковые? Да. Ну, ты говоришь, туда не добраться. Ну, там специальные... А что значит бычковые ванны? От бычков? Там через лес дороги нету. Такие рыбины. И ездят на УАЗиках. Специальные машины, телефон есть. Запрыгивают. Всегда, говорят, привозят на коляске, там живут. Представляете, а потом приводят, говорит, на коляске туда, в эти бычковые ванны. А потом люди своими ногами оттуда уходят. Но это правда или это миф? Правда. Люди там живут, лечатся. Там как-то вода какая-то смесь связана. Я даже не знаю, что это испарение, газы, или что-то какое-то ванны. И в общем-то люди там живут и уже сами гостиницу построили. Самострой, знаете, то есть это место народное. Вот открой YouTube, посмотри. Надо посмотреть. В общем, вот так вот, планы опять меняются. Они меняются на ходу. Я же вам говорю. Она поедет после сезона домой. Мы, скорее всего, доедем до Хадыженска. Ни разу не была. В принципе, он находится, она говорит, 60 километров, да, отсюда? Через перевал. Через Шаумянский перевал. Я там ни разу не ездила. В общем, если я поменяю колеса... Возле Апшеронска, возле горячего ключа, а через горячий ключ по трассе на Краснодар не проехать? Проехать, конечно. Но видишь что? Через Шаумян гравийная дорога, какой-то участок. А хорошая дорога через горячий ключ. Вот так, по-моему, 20-30 километров. Ну и ладно, зато хорошая дорога. Поедем через горячий ключ. А на сегодняшний день сидим на море. Наслаждаемся вот такой вот красотой. Можно сказать, последними деньками уходящего лета. От жары очень устаешь. То, все, покупались, позагорали на море. Час ровно здесь пробыла. Мы тоже с такой же Люсей, скоро мы будем с Ариной ходить. Вот. Люди надо на работу. Мне надо на стрим, но тоже на другую работу. В общем, все работницы года перед вами. Так что выдвинулись. Потому что планы у нас на жизнь. Да. Нам нужно накопить на Мерседесы. А спросим, почем у них инжир? А почем инжир? 200 рублей тарелочка? Угу. Это местный, да? Да. Прямо с огорода. Хотя инжир здесь растет везде. Я просто вот вам хочу показать лайфхак. Объект МЖО. Прямо рядом с пляжем, если вдруг приспичит кому-то. Но это на Приморской. Бесплатный. Не знаю уж, как там внутри. Но если вдруг кому-то приспичит, говорю. Не, у нас дворники выбирают. Выбирают? Да. Она, я,
Ты заметила, что уже все этот спал, это чириканье-то? Уже не так, как раньше было. Да, 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 да. И ночи прохладные какие, да? Ой, да классно как. Да, я двери даже в 4 утра просыпаюсь, закрываю. Я же открытыми дверями расставлю. Там, вон наверху. А вот это, Люд, там наверху, это тоже все сдается, да, корпуса? Это гостиница. Это гостиница. Да. Представляю, туда забраться надо после моря. Хочешь, потом заберемся? Я ходила туда. Нет, вообще, если приехать туда отдыхать, я имею в виду. Ну вот люди приезжают. Там очень красиво. Там два корпуса, видишь? Угу. А туда еще вглубь, там еще какой-то звездный есть, там еще что-то там. Да. А, вот. Это прилив соскучился. Не ведешь, я не ведешь. Вот он, этот автобус, помните, красный, который ехал перед нами. Как я и предполагала, он приехал уже за людьми. Вот гуляем по Приморской, тихо, спокойно. Такая красота. Сейчас Люду позову сфоткаться. Под кроной. Иди вставай, фоткаемся. Иди сюда. А, без собачки, если тронь, слушай. Она там где-то была. Ничка. Ничка. Иди, 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 иди. Это нас тень, что прикрывает такая тень? Откуда? От листьев? Я представляю, что получится, не знаю. Это... Да? Ладно, не буду. Да все, сейчас уже будем прощаться. Ну все, вот уже тут нам еще надо побалякать о делах наших, как их, скорбных. Каких скорбных? Нет, это из кинофильма. Вот. На этом пока прощаюсь с вами. Увидимся на стриме. Но видео, конечно, выйдет позже. Все, всем желаю все-таки хотя бы раз в 2 года, да, хотя бы ездить, чтобы люди могли каждый отдыхать. Год, каждый год. Ну, каждый год не у всех получается, у всех свои какие-то проблемы, у всех свои какие-то финансовые возможности. Ну, хотя бы раз в 2 года приезжайте отдыхать на море. Помашите рукой. Пока-пока.